Ну, может, подтянуться тогда с Сиренди начнем и все. Всегда запустим Тогда Сиандра. Фенрира добавь, он там как раз спросил. Он Да, вчера, я его вчера... добавил. Он на Сиренде был просто. Не, я ему ссылку дал. Я просто как ссылку в этот канал дал. Его еще опрунуть, я не знаю. Пусть что-нибудь напишет. Фенрир. Так, вот одичалы. Да одичалы, вы где воевали? Ой, да мы не воевали, быстренько расскажу, гору бегу. И медии была передача, файта не было, арчане были. Кому вы передали? Ротамахата. Лол. Да, было арчане, были моя кадянка Лотус его и Ротамахата. Все, передали на Ротамахату и все, разошлись гулять. Только с толку сбили своими этими пустышками, уже сам чуть туда не поставился. Мы ставились под конец за 2 минуты. Мы они там за минуту натыкали. Этих пустышек натыкали, я сам чуть-чуть не поставился. Ну не пустышки, ребята есть, да. Это не считается пустышками, да. Ребята играют. И в академии, кстати, если и бы твои ребята не сбили второму составу постановку, мы бы, скорее всего, на меди. Нормально. Так что мы можешь поблагодарить. Мы общались с этим Макдором. Можешь поблагодарить. Если бы его не убили там, то мы бы оказались на меди. Кому только эту бедную меди уже не отдают, никому не нужна. Вспынять ее туда-сюда. А мы под конец смотрим, там один, потом два, блядь, надо переставлять. Я думал, там кто-то ворвался, там какие-то ротомахаты, лотусы, короче. Откуда такие гильдии вылезли? Лотус — это моя академка. Напишите Фенриру, чтобы он ник написал и изменил в Дискорде. Как он там? Нет вопроса, я убежал, мне турнир готовит там завтра же. Удачи всем. Хорошо, давай. Пишет, не может канал. Не может зайти в канал. Не знаю. Сгенерируй ты приглашение для него. Я умею. Куда тут нажимать? Я ж не пользуюсь дискордом, у нас теск. Вот ссылка я скинул. Пишем клан ник. Да, он Феррат и Фенрир. Вижу, не в сети. Дал ему роль клан-лидера. А вот я вижу, Феррат и Федор не в сети, да. Ему дал роль клан-лидера, должен мочь зайти. Вот зашел он. Есть у него все. В сети. А можно как-то сюда перетянуть? Не знаю. Вот он справа. Он должен сам мочь зайти. Вот. Получилось. Картинку еще поставь, Фенрир, тогда. Ага, сейчас. Привет я всем. Слышно нормально, да? Да, слышно. Угу. Что тут у нас только это? Да. Тут только сирендийские сидят. Все сирендийские пацаны сидят. Эльфионские пока отдыхают, охеревают. Досада, наверное, кто-то. А кто-то нет. Ну давайте сирендийские пацаны. Кто из вас первый упал-то? Я. Ну второй состав. Ну рассказывай тогда. Так, ладно, всем вечер добрый. На Сиренде 5 кипов было. Поставились в 2 состава. Надежде что-нибудь там думали между Медией и Сиренди. В какой-то момент на Медии было. Тоже появлялись кипы. В последний момент чуть не поставились тут. Хорошо, что не стали. Остались на Сиренде. Были инсайты. Владельцы территории Феррата, Вайт Гвардио. Ну и мы в 2 состава. Начало осады, понимаю, что надо кого-то быстренько убрать, то есть если никого быстренько не уберу, то, скорее всего, мне как бы... Знали, где стоят инсайты по прошлой осаде, была информация, стояли они прямо под Глиши, а мы в 2 встали в горах справа от Хиделя под выше восточной границей. Ну, попробовали зарелизиться на инсайтах сразу же сходу в 2 состава.
Зашли успешно, но второй состав быстренько отсамонился в деф, потому что у них феррата залетела, мы остались давить дальше инсайд. Сделали дырки, все продвигалось нормально, но у меня очень быстро падал второй состав. То есть буквально там на 8-й минуте у меня уже говорят, что второй состав там 50-60%. И срочно пытаюсь как-то отсамониться назад в деф, это отвести людей, и не хочется инсайтов отпускать, мы уже им дырки сделали. В общем, не успели мы спасти второй состав из-за того, что очень большая дистанция, потому что с Глиши, пока добежишь до восточной границы, нифига, мы просто тупо банально не успели. Феррата очень удивили, их было много, они были сильные сегодня, я не ожидал. И второй состав у меня не ожидал, что они так быстро умрут от феррата. Ну, в какой-то момент у инсайтов там на кипе даже было процента там 2-3, по-моему, да, но не успели мы добить инсайтов, и упал второй состав. Дали самон потом в инсайтов даже, да, но не получилось у нас. В общем, хорошо был застроен кип инсайтов, хоть мы и знали, где он стоит, но там восьмиугольная цитадель и двойной частокол. То есть ребята явно готовы были к тому, что кто-то в них может резко заехать. Поэтому да, это молодцы, конечно, это молодцы. То есть быстро не получилось убить инсайтов, и остались мы 1-3, как только упал второй состав. В какой-то момент, когда феррата дефали инсайтов, мы пошли быстренько убили вайтбэк, просто с захода. Их там было немного, они человек, там, не знаю, 30-40, может, да, ребята не сильные, но они мешали, они постоянно заходили в кип, ломали там осадку, дырки делали. Пошли быстренько их убили в этой неразберихе, да, пока там феррата успешно дефала инсайтов, не подпускала нас к ним. Мы хоть подходили, да, мы несколько заходов делали на инсайтов цели, чтобы добить. Но феррата прям стояли перед ними, и когда два рейда стоит, то есть, ну нет. Феррату убиваем, а на инсайтов уже сил не хватает. То есть продвигаемся, убив феррату, продвигаемся кипу инсайт. У меня там пол рейда где-то на феррате остается, да, и инсайтов уже не хватает сил убить. То есть пару заходов сделали на инсайт, не смогли их убить. В итоге пошли разумность, убили вайтгвардию. Ну и все, инсайты отчинились и перешли в контратаку вместе с Фератой к нам под кип. Ну и где-то там, не знаю, минут 40 мы дефались от Фераты инсайтов. Там сняли форпост Ферате один разочек, ну там инсайты поставили форпост ниже на восточной границе, и из двух форпостов они нас душили минут 40. Осада где-то вся у нас для нас проходила где-то, ну, час 15, где-то час 10, где-то так вот мы провоевали. Ну, зато было очень интенсивно, очень плотно. Мы прям бегали, дрались, бегали, дрались, бегали, дрались. Очень удивило феррата. Прям реально ребят было много, они были сильные, то есть я даже не ожидал. Поначалу до осады, когда только начиналось, я думал, что, наверное, будет как-то все быстро и неинтересно. Сейчас зайдем, убьем тех, но нифига, феррата прям, да, действительно, сегодня удивили их, и много было, и реально, ну, сильные. Поэтому, ну, результат такой, что нас просто убили вдвоем, и все, и потом феррата убили инсайтом, насколько там уже расскажут. Спасибо большое инсайтам, военгвардии, феррате за вас. Хорошо, кому из вас слово, Феррате или инсайту? Так, да, всем привет еще раз. В общем, мы выставлялись, ну, попросили вайтгвардию как бы выстроиться, хотели на них перекинуть. Получается, видим, что МГшки стоят два состава, они справа от Хидели стояли. Начали только выезжать на МГшек, на второй состав. Тут же мне дают информацию, что на нас два состава МГ, мы выставляемся, ну, выходим в деф, естественно, как рассказал Амаран, то есть они все просаживают нас до 2%. Приходит White Guardia и приходит Феррата, то есть мы не ожидали, что они к нам помогут помочь, ну, подойдут, вернее, и помогут. То есть спасибо за это, фан вообще получился из-за этого очень отличный. Ну, далее мы ломаем с Фератой МГшек, ну, а потом остаемся с Фератой просто уже по фанчику. То есть, ну, у нас явка была сегодня не очень. Лето, сейчас разъехали все в основном. Ну, отлично подрались. Спасибо за осаду всем. Угу. Слово Феррате в таком случае. Да, всем привет. Решили выйти опять на середину. Мы на прошлый раз там были. Хотели с инсайд еще подраться, но понимали, что как бы без наемников, да, у вас будет поменьше. И думали тоже. На Баленос мы присматривались. Но все же решили на середину, как увидел, что МГшка. Мы боялись, что какая-то будет один кип затычка, да, то есть инсайт, я думаю, было бы нам тяжело просадить МГ, тем более мейн. Второй состав, я думаю, может быть, не сильно была проблема, а вот мейн, это все же, их и много было, и сильно они. Но все же вайтгвардия как бы помогла, хотя странно,
когда мы инсайтов дефали, White Guardian нам постоянно по КД влетала в спину, то есть, получается, мы дрались с White Guardian и с Midgames, постоянно просто, это, я не знаю, куда они смотрят, они же видели, что мы дефали инсайтов. В целом, даже не знаю, что рассказать, Амаран очень все хорошо рассказал, мы сразу поехали на МГ-2, я планировал сразу же минусовать второй состав, чтобы потом убить White Guardian и с инсайт уже постараться убить мейн, то есть если инсайт выдержит. Но когда мы убили мидгейм вторых, мне говорит разведка, что у инсайта все очень плохо, плюс как раз мы спалили сумон от мейна мидгеймс. Мы полетели всеми силами, мы дефались инсайт, чтобы они хоть как-то застроили. Честно говоря, мы думали не задефаем инсайт, потому что мы внутрь кипа тоже заходили, убивали когда МГшек. Мы боялись, что мы сами добьем кип. Там сопли были просто очень тяжело. Но я кричал там ювелирненько, аккуратненько, ребятки, работаем точечными скиллами. Ну, смогли, постарались, конечно. Очень здорово, прикольно было так дефать, хотя это тяжело было, но получилось все как планировались. Единственное, что только я хотел White Guardian убить, да, но МГшки это решили первее. И пока вот МГшки поехали на White Guardian, мы тут же поехали на кип МГ. То есть мы подготовились, сумон поставили, слоники доехали. Ну, там уже дело было как бы техники, да. Хорошо подрались с Амараном, здорово было. Не ожидал Амаран, если честно. Как бы местами даже, ну, не то, что наравне дрались, ну, где-то было очень плотно. Мне, конечно, хорошо сегодня помогли наемники, спасибо им, что пришли. У меня сегодня наемников много было. Нас было 79 человек всего. Фераты было около 55, все остальные были наемники. То есть как бы вот, сильно, конечно, помогли наемники, ребята. Погоди, хорошие потери пакет. Вас тоже убили, но вы там были не готовы. Не, вы не, мы подъезжали, мы на опережение.